Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Юрский мир. Так, задание. Забираем здесь награды, здесь и вот тут. И что у нас остается? Так, использовать ускорение, собрать моды, покормить не менее 4 динозавров. Ну, давай соберем моды, наверное. И сделаем мы это с тобой за ДНК. Ну, давай посмотрим, что нам здесь выпадет. Кстати, надо будет как-то заняться этими модами, а то мы с тобой копим-копим, а тратить не успеваем. Так, восстанавливает вашему существу ОЗ в размере от 50% нанесенного им урона. Слушай, ну неплохо. Так, забираем здесь награду. Принять участие в ПВП сражении. Так, покормить динозавров и ускорение использовать. Ну, насчет кормежки не знаю, ребята, не знаю. Так, одного-то, в принципе, можно. Давай. Побежал, побежал хавать. Так, дальше кто у нас тут еще голодный? Вот этот вот. Покормили. Так, следующий. А больше у меня никого и нету. Соберем тогда с тобой, наверное, монеты здесь. По Шурику. Плюс возьмем вот тут вот. Так, кормежка. Забрали. Что еще у нас остается? Так, у меня кто-нибудь хоть вывелся? Давай посмотрим. Да ладно, серьезно что ли? Тут еще, ребята, день и 19 часов ждать. Тут 4 дня 17 часов, а тут 2 дня и 5 часов. Обалдеть. То есть в ближайшее время мне ничего не светит здесь. Ладно, соберем с тобой, наверное, монетки по-быренькому и уже пойдем смотреть, какие у нас сегодня задания, да, ребята? Я с работы, поэтому серия выйдет поздно, а возможно даже выйдет завтра, потому что сегодня я уже не успею, надо как бы ложиться на боковую, потому что завтра опять идти с утра на работу. Так, ну-ка, что у нас тут? Покормить 7 динозавров, да ё-моё, я все никак не могу их покормить. Так, значит, использовать сражение 3 разных классов динозавров и ускорение, ну это все понятно. Ну что, давай посмотрим, что у нас там по схваткам. Событие нападения амфибий. То есть... Ёк-макарёк, ты посмотри. Они с модами? Стоп, подожди секунду. Нападение амфибий. Минимум модов 1. Оу, щит. Так, а что у нас вот тут? Ну-ка, давай посмотрим. Так, а поединков нужно сделать сколько? 3? Блин, я боюсь, у нас... не получится. Хотя, постой. Если мы возьмем этого. Да можно даже вот этого взять, да? Одного. И он, в принципе, здесь справится со всеми. Наверное, мы так с собой и поступим. Раз. И два. Что такое? Блин. Команду нужно, видите ли, всю собрать. Ну, ладно. Слушай, ребят, в любом случае у меня, наверное, не получится сыграть 3 поединка. Прикинь, 438 к атаке. Просто сейчас с одной плюшки, ребята, вынесем. Черепаха. Псефодерма, прикинь, как звали. Воу, с такой длинной шеей. Так, это кто у нас? Мауизавр. Ну и название у тебя, парень. Да ладно, успокойся ты. Бомбит, а? Ну что, друзья мои, также по-прежнему одну атаку и возьмем еще с тобой бонус. Так, готов, парень. Опа, еще одна черепашка. А, ну это как ее там, протостега, точно. Ты серьезно? Так, 71 нанесла урон у меня. Ну что, лови ответочку. 2800 нанесли урона. Ну что, ребята, первый поединок мы с вами здесь, слава богу, выиграли. Интересно, а почему черепаха упала и не стала всплывать? У нее нету воздушного пузыря, получается так? Другого объяснения нету. Если бы у нее был воздушный пузырь, она обязательно бы всплыла кверху брюхом. Но здесь нет, она упала на дно. Так, ну что, друзья мои, поехали. Вот, тут уже посерьезнее противники. Так, давай возьмем сюда, сюда. Придется брать, ребята, и тратить доллары. По-другому никак.
И на третий поединок нам то же самое придется с тобой потратить доллары. Кайвике. Слушай, вот эти вот все воды, ребята, одинаковые практически, да? Ты посмотри на них внимательно. Кстати, сколько у нас... Ох, ё-моё. Так, слушай, я здесь возьму, наверное, бонус. Ты посмотри, он 150 к атаке. Естественно, два раза мне бомбанил. Сейчас 100% тебе говорю. Не стал. Почему ты, гаденыш, не стал меня атаковать? Ну-ка попробуем. Так, ну что, в принципе, должны ушатать его. Но он взял себе, получается, два бонуса. То есть сейчас будет 4. А, нет. Он одну защиту поставил, конечно же, что-то я забыл. Так, меняет он на Ризода. Как он выглядит страшно, этот Ризод. Ну, мне-то плевать на него. Потому что, ребята, мы его сейчас ушатаем. Так, он мне один удар, да, нанес? Просто я отвлекся, смотрел на его характеристики и продинамил. Но главное, что мы его подбили. Так, и Плеозавр. Он наносит нам 43 атаки. То есть, если он даже сейчас все в атаку сльет, у него ничего не выйдет. Ах ты, жук ты. Ну, мы его подбили все равно. Да, друзья мои. Вот что значит иметь легендарных этих водоплавающих динозавров, да? Так, мы здесь с тобой получаем 25 ДНК. И вот теперь нужно сделать последний поединок. Ух ты. Ты посмотри, какие тут уже противнички, ребята. 66 баксов за откат. Я немножко в шоке. Офигеть, ребята. Так, ну что, берем. Берем и берем. Интересно, а это кто у него там первый, мегалодон, что ли, был? Точно, друзья мои. Мегалодон. Что мы можем с тобой сделать? Встать? Нет, не в защиту, а взять бонус. Интересно, будет атаковать по полной программе или нет? Будет. Так, ну что, друзья мои, тогда мы ему наносим две атаки. Он отдупляется и возьмем, наверное, бонус. Так, ну что, мегалодон отдупляется. Так, появляется Леоплевродон. Вот как величать. Леоплевродон. Так, что он там? Что он там, интересно, делает? Я не знаю, что он хочет сделать, ребята, но мне нужно нанести ему вот так вот. Все, ему крышка. 2299 урона он нанес. Так, а вот здесь, ребята, проблемы. Если сейчас этот хлыщ все вольет в атаку, а он практически так и делает, он меня уничтожает. Ну тогда наш... Сколько он наносит урона? 146, у него 274 хп. Все, ребят, тут победа за нами. Мы полностью все с тобой сливаем, даже защита ему не помогает. Вот как-то так. Блин, конечно, у него челюсть очень странная, да? Ты заметил? Нижняя челюсть с такой вот как пилой. Не знаю, для чего это ему сделано так. И чем это ему помогает. Так, монеты. Статуя мозазавра. Воу, велоцираптор, друзья мои, появился у нас еще один. Мне нужен как минимум еще один велоцираптор, чтобы можно было прокачать. Так, ну что, давай посмотрим теперь по событиям. Хищники. Размер не имеет значения. Это столкновение всего два поединка. И я хочу сыграть в них, друзья мои. Так, ё-моё. Слушай, ну подожди, если мы возьмем с тобой, например, хищника, мы же его порвем, верно? 968 к атаке. Да, это дура, это настоящая, ребята, дура. Просто машина для убийства. 968 к атаке. Блин, мне не хочется тратить-то много. Так, подожди-ка, мы немножко не так сделаем. Мы сделаем, наверное, вот так. Вот так. И, наверное, я не знаю, как тут с ним бороться. Конечно, я понимаю, что у хищников есть бонус против травоядных.
Ну, ты посмотри, даже здесь, ребята, 484 к атаке. Максимум, что я могу сделать, наверное, сейчас, это взять бонус. И прекрасно знать то, что этот Петруча меня сейчас уничтожит. Стигимолах. Величать этого паршивца. Ему достаточно... А, почему он две атаки наносит? Он мог одну? Интересно. Так, смотри, мы с тобой... Наносим 263 урона. Всего лишь 263 урона. Ребята, я предлагаю сделать следующим. Так, так и вот так. Что он будет делать? Две атаки наносит, да? Он неугомонный, друзья мои. Он неугомонный какой-то. Так, если он даже возьмет... Вряд ли он будет брать два бонуса. Вряд ли. Так, как тут сделать-то? Мне, понимаешь, любой удар по мне, все, мне крышка, ребят, сразу распнет. Давай я вот так попробую сделать. Неужели три в атаку сделает? Трындец, ты прикинь? Как с этим буйволом драться, блин? Шесть, ну давай проверим. Ребята, в любом случае я его не одолею. Смотри, 3200, хотя если он защиту не поставит, давай проверим. Все, ему крышка. Слушай, ну Стигимолах это, конечно, что-то с чем-то. Имея, даже несмотря на то, что мы хищниками дрались, он все равно наносил офигенный урон. Так, ладно, двигаемся дальше, смотрим, что нам там... В последнем столкновении выпадает. Горгозавр, еще не легче. Еще не легче. Подожди, вы издеваетесь, что ли? Вы мне подсовываете травоядных сюда? Зашибись, ребят. Ладно, начнем со скалозавра, стегозавра, эрликозавр. Как мне с ним, извините меня, драться? Ну, сейчас посмотрим. Ты посмотри, 486 к урону сразу он мне будет наносить. Я даже не знаю, что сделать. Атаковать? Ну, 58 к атаке, это смех. Берем бонус. Да, я знаю, что он меня сейчас вырубит. Причем с одной плюшки. Но он почему-то тратит 2 атаки. Так, бонус у нас приходит на стегу. Да... Стега нам здесь тоже с тобой не особо поможет. Ну что, друзья мои, берем, делаем вот так вот. Все на эрликозавра. Ребята, все именно туда скидываем. Ты смотри-ка, он одну атаку сделал. Ну, я думаю, что эрликозавр все-таки его должен. В плане 91 к атаке. В плане 91 к... Ё-моё, ну-ка давай проверим. Ребята, 800 с лишним. Должны, в принципе, вырубить его. Есть. Офигеть. Офигеть, да, травоядниками против хищников. Это, конечно, что-то с чем-то. Но главное, мы с тобой прошли и получаем кого там. Пастозуха. Угу. Ну и плюс 650 очков доверия. Это, кстати, круто, уже 3000. Что у нас еще тут на событиях есть? Схватка редких. Схватка редких, может быть. Давай-ка глянем. Что? Раз, два, три, четыре поединка. Так, слушай, ну здесь пока вроде бы на изи, да? Против этого можно взять. Дилофазавра. Против топижары можно взять пахицефалозавра. А вот против дифалозавра можно взять... Ну, дозуха это слишком, наверное, круто для него будет. А у меня больше нету. Хотя, да, ну, дозуха возьмем. Так, ну, дозух 10 уровня, а здесь, ну, дозух 30. Отлично. Ну что, давай проверим, кто кого. Так, ну что, нам здесь достаточно... Блин, две атаки нужно нанести. Две. Так, ребят, берем бонус. Он, мне кажется, будет сейчас менять. Он возьмет и топижару. Ну да, он берет топижару.
Так, что нам против топижара взять? Ну, естественно, вот этого. И можно, кстати, по-моему, его ушатать. Поехали. Так, минус топижара. Значит, он взял себе бонусные очки, верно? Ну да. Так, что он может сделать? Если на 3, скорее всего, вырубит нас. Скорее всего, ребята, он здесь вырубит меня. Угу. Но он все слил, поэтому мы сейчас его тоже, ребята, уничтожаем. Нам достаточно здесь 2 атаки и плюс бонус. Так, пахицефалозавр отдуплился. И, ребята, мы, как говорится, равные, да? Только у меня, по-моему, у меня уровень немножко посильнее. Так, он наносит мне 1 атаку. Ну, а мы, наверное, все пробиваем ему, да? Я думаю, что должно этого хватить и его пробить. Да. Надкусили и выкинули, как говорится. Ну что, друзья мои, первый поединок. Их всего здесь 3. Нам бы еще, кстати, с тобой награды бы все эти собрать, которые у нас там накопились. Вон, видишь, задание. Так, у нас еще 3 поединка. 3, ребята, я ошибся. Так, ну что, опять топижара. Против него пойдет кто у нас? Хм. Ну, давай возьмем пахицефалозавра. Против пирораптора у нас пойдет Кулазух. Очень даже хорошо пойдет. Так, и против монофалозавра пойдет у нас, в принципе, я думаю, Кулазух и с этим справится, да? Но ведь все равно надо же кого-то брать. Давай возьмем Иритатора. И я бы даже, наверное, сделал бы немножко по-другому. Иритатора поставим сюда. Потом поставим пахицефалозавра. И сюда влепим уже Кулазуха. Вот таким вот хочу макаром сыграть. Так, ну что у нас там? Ну, естественно, берем бонус. Понятно, что топижара уничтожает мне Иритатора. Тут к бабке не ходи. Ты смотри-ка, он ничего не стал делать. А почему? Хм, а почему ты ничего не стал делать? Берем бонусы, ребята. Так, 4. 2 потратит. Слушай, что он делает? Что он мутит? Я, кажется, понял, что он хочет, ребята. Я, кажется, понял, что он хочет. 52, да? Он потом заменит. Ладно, сейчас мы сделаем ему, короче, здесь карнавальную ночку. Вот так, проверим. Чуть-чуть нам не хватило его пробить. Так, он берет 5 бонусных очков. Ну, естественно, убирает мне, да, Кулазуха? Вот здесь я, конечно, лопухнулся. Надо было все-таки стоять на своем, а? Ну что, 2 атаки. 2 атаки и 2 защиты. И бонус. Да ёк-макарёк, ну... Неужели бонус? Нет, бонус он не брал. Он меняет, ну естественно меняет на хищника. И опять же ничего не делает. 185 хп, 185 хп, ребят. Нам лучше взять тогда Иритатора. Ну что, пропишем? Сможем мы его? Нет, мы его не пробьем. Но я тут сам виноват. Начал всякой ерундой уже страдать. Ладно, ничего страшного, переиграем мы с тобой этот поединок и все равно их накажу, рано или поздно. Никуда они от меня здесь не денутся. Ну, естественно, по хицефалозавру здесь драться нет смысла, потому что его, ребят, тут в любом случае раскурочат. Это все топижара, паршивец. Надо было не женщить, брать не Кулазуха, а Нундазуха, и все было бы хорошо. Ладно, друзья мои, давайте переигрывать. Поспешишь, как говорится, людей насмешишь. Так у меня и получилось.
Так, его возьмем. Против топижары можно взять тоже нашего топижара. Он тут, конечно, всех уроет, но я возьму, наверное, диплодока. Дальше возьмем с тобой пирораптора. И... Тирана Титана можно, в принципе, взять. Или же Нундазуха. Вот так вот. Поехали. Ну что, топижара сразу взгрустнулась, я вижу. Он сразу сейчас пойдет менять. Сразу же побежит на замену, вот поверь мне. Ну, о чем тебе и говорил. Так, ну на этого хлыща у нас тоже найдется управа. Мы берем с тобой Нундазуха. Так, можно, в принципе, нет. Не будем пока ничего менять. Сделаем вот так и защиту поставим одну. Бонус. И что ты хочешь сделать? Все, в атаку слить? Нет, он меняет, ребята, на топижару. И две атаки еще наносит, что ли? Одна защита у меня. Хм. Короче, хорош может быть на него любоваться, а, ребят? Пора его, наверное, сносить, я так понимаю. Раз. Ему один удар, да? А, нет, все придется сливать. Блин, сколько же он, говорит, очков-то себе нахапал. Сейчас посмотрим, сколько он нахапал. 5. Так, ну что, ему придется 3. 3 в лицо. 2 у него, 2 очка остается, да? Что он там с этими двумя очками сделал сейчас? Интересно, 2 в защиту, наверное, взял, да? Попробую все-таки пробить, ребята, все в лицо ему. Шикарненько. Так, ну что, монолофозавр. Что ты будешь делать? Сливается, ребята. Ну что, вся надежда на Нундазуха. И, в принципе, я думаю, что он здесь все-таки разрулит ситуацию. У него там одна защита. Это ему не поможет. Все. Здесь мы с тобой победили. И это шикарно. Но впереди еще 2 поединка. А редких динозавров у меня все меньше и меньше и меньше. Так, погнали. Афиакадон, пахицефалозавр и рамфоринг. Рамфоринг, блин, бесявый, конечно. Мы его ставим на последочек. Берем Нундазуха. Так, против этого возьмем... Блин, против травяного кого взять-то? Хм. По идее, брать надо диплодока. 24, не хочу я тратить столько много. Ладно, возьмем с тобой Афиакадона. И в конце берем с тобой топижару. Поехали. Это, ребята, уже 4 поединка мы сыграли, да? Один я сфейлился. Это уже 400 баксов в никуда. Так, ну здесь крышка Афиакадону, сам понимаешь. Тыч. Доплился, укатился в никуда. Так, выходит пахицефалозавр. Даже, ребята, если он сделает 2 атаки, это ему не поможет. Нет. А вот я ему сейчас нанесу 2 атаки, это будет круто. Раз, два, поехали. Пока, роднуля. Так, рамфоринг. Этот чувачок 98 умеет к атаке. Значит, ему нужно 3. А у него всего 2. Значит, он меня не подобьет. Хм. Мало того, что не подобьет, он еще, друзья мои, что-то мутит. 2 очка берет, да? То есть пятер... А, 1 очко. Но здесь, да, здесь он меня сейчас... Слушай, он ничего не делает. Меняем ТД с тобой, наверное, на топижару. И все в атаку сливаем. Раз он ничего не хочет делать, сделаем тогда мы. Докопился, да? Прекрасно. Ну что, друзья мои, остается последний поединок у нас. И я думаю, что у нас получится. Лишь бы хватило динозавров. Так, глядим. Аллозавр, каритозавр и опять же 2 аллозавра и каритозавр. Ну, по чесноку, то здесь нам нужно брать Кулазуха. Кулазуха, да?
и, наверное, диплодока. Можно, конечно, взять и... Ага, джунгариптора против травоядника. Нет, ребят, это дурацкая идея. Тиранотитана взять. Блин, не хотелось, конечно, все доллары сливать, но, видимо, придется. Нундазух, Нундазух. Сколько ты на откат просишь? 29. Ну, придется, ребята, взять Нундазуха. Короче, Кулазух, Нундазух. И возьмем с тобой Тирана Титана. У него два Аллозавра. У нас... Слушай, здесь... Здесь берем бонус. Ну, против Аллозавров, ребята, понятное дело, мы тут вообще рулим. Рулим по полной программе. Ага, вот что он делает. А ты в курсе, что тебе крышка сейчас, парень, нет? Смотри. Раз, два, 247, да? И возьмем с тобой, наверное, еще бонусик. Коритозавра мы убиваем. Ну, а лозавры нам здесь вообще ничего не сделают, ребят. Ну, 30 атаки, это смех на палке. Ну, будет пробивать нам по 80, там сколько, да? По 72. Теперь смотри, что я делаю. Раз, два. Вот так вот. Много здесь выпендриваться не надо. Он все равно все слил в атаку. Бонусных очков он не взял, и у него по стандарту идет 3 атаки. Плюс у меня защита, то есть 2 только пройдет. Да и то 1. Ну, а мы с тобой его добиваем. Вот так вот. Хорошо, как говорится, все у нас тут получилось. Ну что, друзья мои, забираем пак и смотрим, что нам выпадает из него. Давай, 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 быстрее прогружайся. А, у нас не пак, ребята, у нас тут колесо удачи. И кто же нам выпадет? Блин, ну вы серьезно, что ли? Кулазух. Так, минимум модов. Ну, тут я вряд ли, ребят, смогу вообще что-то сделать. Что у него за моды там стоят непонятные? Ты посмотри, сколько у них тут здоровья. Ну, не вариант, ребят. Не буду я здесь даже, как говорится, деньги тратить. Это бесполезно. Просто бесполезно. Давай награды заберем с тобой. Так, примите в ПВП. Блин, и покормить динозавров. Опа, а тут-то сколько мы с тобой наполучали. Покормить динозавров. Если бы у меня бы свободные чеки были бы, конечно, ребята, я бы кого-нибудь по-быстренькому вызвал. Так, подожди, а разве Кулазух у нас, он редкий относится? Редкий. Угу. Пастазух. Посмотри, сколько тут всего. Этот у меня не выведен. Ксифактин. Потом вот этот вот прогнатодон. Лепкоклейт. Видишь, новинка, новинка, они не выведены у меня. Доказавр. Суперзавр даже не выведен. Так, что у нас тут? Разместить, ну давай разместим. Можно даже здесь, оказывается, поставим, пускай стоит. Хлеба не просит, и ладно. Так, статы мозазавра. Дает неплохой бонус, да? Вот здесь мы ее и поставим, эту статую. Все. Так, ну что, пойдем с тобой ПВПшечку какую-нибудь сыграем. Наземные с модами, водные с... Вот. Обычную наземную сыграем. Последний, ребят, на сегодня поединочек у нас, потому что, ну, ты сам видел. А, у меня даже долларов нет, придется за рекламу. Ну что, давай посмотрим, кого нам дадут. Я, правда, тут выбрал 2 хищника. Оу, Раджастанга? Кто это такой? Трапиогоптер, друзья мои. Тоже не слабый на самом деле, посмотри. Так, ну что, возьмем защиту.
Так, интересно, он будет атаковать или нет? Не стал. То есть ты хочешь сказать, что ты взял себе две защиты? Наверняка, 100% тебе говорю, он взял две защиты. Сделаем с тобой так и вот так. Одну, значит, в бонус еще влил, да? Так, посмотрим, что он будет здесь делать. Ну все, ему крышка, ребята. Раскрылся птенчик, как говорится, да? Два, три. И возьмем, наверное, с тобой бонусик. Так, запинали. А он, ребята, вот сюда вот взял бонус. 349. Ну что, как минимум ему нужно сделать две атаки. Как минимум. Но он делает три. Вот это ты дурак. Вот это ты дурак. Хотя он, наверное, думает, что... Да мы его сейчас прокусим. В любом случае, ребята, здесь мы его уничтожим. Даже защита твоя не поможет здесь. Ну, а травоядный, сами знаете, ребята. Что он там? Сколько у него? 113. Нет, ну, в принципе, он может нас здесь подбить. Но Тирекс ему этого не простит. Тирекс ему этого не простит. Он его сейчас просто захомячит, друзья мои. Просто в порошок сотрет. Вот и все. Ну что, мне надо было победить, и я победил, друзья мои. По-другому никак и быть не могло. Мне просто повезло. Птеродактиль у меня, ребята, очень мощный, летающий. Очень мощный. Ну что, крутим. Приз эксперта. Угу. Вот. Я уже запарился, ребята, объяснять. Никогда не дадут тебе лишний доллар. Блин, вот я не могу покормить динозавров, потому что их элементарно у меня нету. И рад бы. Так, подожди-ка, а вот здесь вот. Это же идет в зачет. Да, но... Подожди-ка, а вот Аланку я вроде бы как... А, все, все, друзья мои. Забираем. И здесь тоже забираем. Да макарек, открываем. Смотрим. Что? ДНК? ДНК, ребят. Просто ДНК. Вы просили код 19 проходить ручками, да, друзья мои? Там типа офигенный бонус. Ну давай посмотрим, какие тут у нас офигенные бонусы. Так, нам нужно нажимать вовремя. Поехали. Где? Ой. Да ну, хорош. Сейчас все сделаю, ребят. Надо просто вспомнить было. Вот так вот. А, ну да, 5 ДНК идет, замечательно. Потрясающе, еще 5 ДНК. То есть уже 10. Здорово. Идеальная поимка. Все, да? Да выпендривался. Так, а мы еще получаем с тобой 220 опыта и 5 супер ДНК. Действительно так выгоднее, чем ОУН отправлять. Вы правы в этом случае. Так, подожди, зачем ты так делаешь? Да я заберу золото, потому что поединки такие, которые у нас идут, по 100 тысяч за поединок требуют. Это, конечно, слишком круто. Так, а по заданиям что нам нужно сделать? Ага, покормить 7 динозавров. Тут территория расширяется только за доллары. Но мы с тобой не получили. Мы битву, схватку не выиграли. Поэтому так у нас все и происходит. Ё-моё. По 2400, слушай, ну неплохо. А под супербонусами и то больше выходит. Тут 7000 аж вышло. 7000 монет. Ну вот и все. Да, друзья мои, пожалуй, на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!